В региональном парламенте состоялась 33-я очередная сессия. Парламентарии рассмотрели ряд вопросов, касающихся в том числе внесения изменений в закон о социальной поддержке детей-инвалидов, кадровой политике администрации Ненецкого округа, а также заслушали отчеты о деятельности за 2020 год. Далее все подробности. Из 12 вопросов, значащихся в повестке 33-й сессии регионального парламента, 4 были отчетными. О деятельности за 2020 год рассказал представитель регионального управления Минюста. Доклад представила и председатель счетной палаты Ненецкого округа Елена Сопочкина. Так, в прошлом году ведомство провело 128 мероприятий, в ходе которых были выявлены нарушения на сумму 434 миллиона рублей. Об итогах за ушедший год отчитался и исполняющий обязанности начальника ОМВД России по Ненецкому округу. Сергей Сахаров сообщил о снижении уровня преступности на 3%. Количество административных преступлений уменьшилось на 21%. Также представитель правоохранительной структуры предложил усилить работу по профилактике нарушений со стороны подростков. От УВД поступило предложение, в том числе и к законодательной власти. Это увеличение штрафов, это может быть проведение работы с молодежью, устная, но тем не менее нам необходимо этот вопрос решать. Я думаю, что на протяжении ближайшего времени мы с МВД эту проблему устраним. Расширенный доклад об итогах деятельности за 2020 год представил и председатель регионального парламента. Так, в прошлом году состоялось 12 сессий окружного собрания, в том числе 2 внеочередных, рассмотрено 145 вопросов, принято 82 закона округа. Я предложил фокусироваться на тех вопросах, которые носят у нас, может быть, долговременный характер и которые трудновыполнимы, особенно в рамках, скажем так, одного субъекта. И поэтому я считаю, что здесь надо работать с федеральным центром. И вот это то, что у нас последние годы начало получаться. И средства, которые мы оттуда получаем, они, конечно, помогают нам решать те насущные задачи, которые стоят перед регионом. Есть другие проблемы, которые остаются у нас постоянно в поле зрения. Это, конечно, социальная сфера, образование, здравоохранение, строительство, ЖКХ. Это всегда мы об этом говорили, говорим и будем говорить. Одной из важных тем, обсуждаемых в ходе сессии, стал вопрос о расширении мер поддержки детей-инвалидов. После внесения поправок в окружной закон им будут оплачивать обучение в специальных образовательных организациях не до 18 лет, а до окончания учебы. Такое решение депутаты приняли на основании обращений от родителей. Мы не смогли остаться в стороне от проблем таких семей, и депутатский корпус принял решение поддержать такие семьи. Это касается детей, которым исполнилось 18 лет, но в силу федерального закона им не полагалось оплачивать проезд за пределы округа. Обучаются эти дети за пределами округа, потому что у нас нет специализированных организаций. И согласно этому закону, сейчас такие дети смогут воспользоваться, родители этих детей смогут воспользоваться данной мерой поддержки. Также в ходе сессии законодатели утвердили представленные главой региона кандидатуры действующих вице-губернаторов. В ходе обсуждений парламентарии согласовали назначение Андрея Блащинского на должность заместителя губернатора, руководителя аппарата региональной администрации. Кроме того, одобрение получили претендующие на должность вице-губернаторов Николай Миронов и Наталья Сидорова. Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич и Владислав Носкин, телеканал «Север».